Понятно, нахуй. Где Волга? Надеюсь, где-то далеко. Вчера вечером прилетел чувак с Емельянова, говорит, хочу Волгу, пиздец. Ну, короче, мы с ним где-то полчаса вату катали. Я его пытался отговорить. Но он ни в какую, говорит, хочу, сильно хочу. Говорит, семья большая, надо людей возить. Я говорю, ну машина тебя не подведет, тут же заглох. Вот выдал мне семочку 2002 года по ключам. Я прям доволен. Я вчера, короче, на всякий случай, ну знаешь, пошел домой, перепробил, думаю, ну ладно, все чистенько, хорошо, ладно. Ходил, прогревал, короче, ну и забыл, что там бензин кончается. Ну и все, и день у меня начался с того, что приехал Пабст, я поподсасывал шланчики. Ты прошел тест на пидора? Ой, что как? Там аж шланг, он прям сначала маленький был, потом как давай. Ну, в общем, что-то, короче, у нас колеса спускают, пацаны. Нормально так, причем все по кругу. После Волги сесть на семерку, это как после С-класса, знаешь, сесть на филдера. Ну, типа, ощущения примерно те же самые. Что тут так тесно? Какое-то одно колесо тормозит нормально. По-моему, правое перед, блядь, как жестко там сзади ебут. Ну, а что вы хотели? Классика. Видал тут плафон? Это что такое? Что за комбинация модный плафон плюс иконки, а? Ну, типа, что-то из них должно светить. У семерки еще переключатель фар вот тут. Я вчера его долго искал. А он здесь, да, типа? Да, включал печку 20 раз по темноте, ничего не понятно было. Гольф плюс, куда ты собрался? Гольф плюс, блядь. Гольф плюс на гольф минус дает семерку, блядь. Но, мы уже 80 едем, мужик, блядь, ты тоже прими совесть. И масло-то неизвестно, какое залито, блядь. Так ты позвони, спроси, какое масло заливать. Он, думаю, знает. Такой же, как и в Волге. Никому неизвестный производитель. Мы так друг на друга посмотрели, типа, а что за масло? Обычное, да, обычное. Там никого нет, братан, поехали. Ой, ебаные собаки. Ну, вообще-то моя, блядь. И там непонятно, кто кого ведет, то ли собака бабулю, то ли бабуля собаку, блядь. То ли внук ее ведет вместе с псом на усыпление, нахуй. Что? Черный юмор. Вон там прям капает, я его вижу, прям оно льется. Че, это льется масло? Масло, да. Откуда? Не знаю, по-моему, из-под клапанной крышки. Здрасте, мы качнуть бы хотели колес Манова. Все? Да, наверное, все, но у нас, короче, только косарь. О, сейчас спрошу, есть дальше. Ага, спасибо. Радиатор алюминиевый, тоже что-то видавший виды, бедолага. Но предохроны все целые. Электрик работает корректно. Ясно. Теперь наклею, посади. Не, все нормально, все держится. Не будет, да? Да. Вообще не палится, ну, такого? Так а что, ну, иди разменяй в дёнерке, купи минералочки и все. Минералочки? Я хочу минералочки. 0,5? Метнись-ка быстренько. Можешь литр взять даже. Ханкуля. Хорошо. Будь эффективным. Короче, пацаны, чтобы вы понимали, мы сейчас находимся в таком районе, где люди на косарь смотрят вот такими глазами. Не, нету. Дайте там флешек. Не, нету. Не разменяем. Столько, что отдали. Пацанам зашел на соседнюю, тоже говорю, косарь разбейте любыми деньгами, не, у нас столько нет. Как они еще работают? Похуй, на таких колесах поездим, короче. А, слушай, нет, вот даже половинка. Что-то с ним не так. Может, ебаное какое-нибудь масло было залито у него? Может, ебаная какая-нибудь машина, блядь. Вперед, всадники. Так, автоломбард, может быть, завершим серию? Ты что, решил, что все с тачками не получается? Велосипед купить? Или че? На самом деле тут просто автомагазин. Ну, то есть он уже приехал, мы уже с ним так поболтали, более-менее все обсудили. Он такой, типа, о, у тебя там какой-то штраф висит. Я говорю, да? Серьезно? И он решил соскочить, такой, типа, разберешься со штрафом. Я думаю, блядь, делать не нехуй больше. Я взял, разобрался с машиной сразу. Не дробя. Настали капюшоновые времена, пацаны, потому что зима не то, что близко, зима уже... Около яичек, я бы так сказал. Она прям подкралась и морозит левая. И вот сижу, значит, я листаю сайты, не автору. Вот, все остальные, любые. Порно, Яндекс, в которые работают нормально. Листаем сайты. И мы решили для всех нас, как бы. Нет, для вас и для нас. Вот так, для всех вас нас. Опа, смотри. Тут главное, нахуй. Я туда. Это я не тебе, это я ему, ёпта! Мак-то вот она! Едет на туре по главной, блядь, ебальники свои завернут нахуй. Интересного у нас плотные номера 750.
проехал, понял, что не вывезешь меня, и решил вернуться обратно. Еще и знак реально висит, блядь. То есть, пиздец, чувак за 4 секунды два раза не прав был. У меня чувство ностальжи. Все знают прекрасно запах Волги. Вот в Волге есть запах. Там, знаешь, можно 16 лет, чтобы таксист курил, без, вот, не открывая окон вообще. Потом ее купил какой-то вейпер, провейперил ее нахер целиком и полностью. И потом ты ее открываешь, а там все равно запах Волги. Это вот какая-то такая заводская вонючка, она где-то, видимо, спрятана, я не знаю. Но это работает безумно. У меня когда 24-ка стояла, черная, я мимо нее проходил вот так, мимо, даже не рядом, просто мимо, и прям... Эх, и он такой приятный, ты его никогда не забудешь, это как... Ну, вы знаете, какие запахи никогда не забываются, да? А у кого была Волга с прямым рулем, а? Вот он постоянно куда-то, то влево, то вправо, то вверх, блядь, то вниз. Ну, реально. Ну, зато здесь вот реально, смотри, как это работает. Слышишь, как он? А это отечественный гидрач. И я сижу, обратите внимание, как. На улице минус 14, да, я в теплых носках, в теплых ботах. Но как бы не та вот эта Волга, давайте так вот говорить, да? Волги есть и теплые, и прохладные, и ледяные, и холодные. Вот это попадает в последнюю категорию. Для того, чтобы тебя что-то в ней согревало, здесь есть бабёшка вот. На держателе. Видите, пацаны, вот ты смотрел, и тебя что-то грело. Ну, естественно, естественно. Это вот сломанные все вот эти обдувайки. О, не, вот это целое. Ледим в газели, мы что-то перевозили. Я так пальцем её щёлк-щёлк. Щелк-щелк. И я спрашиваю водила, говорю, мужик, а что они у тебя все наебнутые-то? Он так поворачивает, говорит, да потому что всякие долбоебы вроде тебя садятся нахуй вот так вот и пальцами ее там шевелят. Я говорю, ну я тоже в детстве любил страдать этой фигней, это ж так интересно. И вот рычажок, который включает поворотники и включает дальний свет, потому что работает он, смотрите, вот так вот берешь мизинчик, прислоняешься к нему вот так. Хоп, и он уже включился. Поэтому я вчера и херачил весь день с дальним, понимаешь? Софт-тач. Не дробя. Бабёшка, смотри. Я ее потрогал, она раздвинулась. Опа! Все настолько интересно и уникально, потому что вот, допустим, замок зажигания находится вот здесь. Вот. Ну, то есть, если ты долго едешь на Волге, то как бы проблем с женщинами у тебя не будет. Тебя... Слушай, ну вот опять, ну вот рулится, смотри, куда он? Чего с ним, нахуй, куда он? Кстати, едет почти прямо. Он живет своей жизнью. Но вот мы больше всех, понимаешь, сейчас на дороге. Но. Че? Гольф? Сюда иди, нахуй, просто, да? Ну, смотри, ну че это вот, это букашка? Лично мне кажется, что у Волги есть такое предназначение интересное. Ну, это сейчас уже не актуально, потому что сейчас совсем другие машины. Но вот раньше я учился на шестерке, на белой, на которой отучились, наверное, вообще все в городе. Но после Волги я просто приехал туда, сел. И поехал вообще, как ни в чем не бывало просто. Куда там, в любые дырки на ней залазишь, пофигу, пшик-пшик. Это, короче, хардстайл тренажер для новичка, правильно? Да, абсолютно правильно. Хардстайл тренажер для новичка. Что если ты научился ездить на Волге, ты потом в любую тачку сядешь. Уже даже, мне кажется, на мотоцикл сесть, у тебя никаких сложностей с этим.